Все спокойно, все живы. Порядок памятник Герой Советского Союза Володи Ермаку в Воскресенском сквере и расположен на площади Балтийского вокзала памятник монумента ополченцам Ленинского района 1941-45 годов. Кроме того, ремонт ждет установленный в 2010 году памятные знаки Героям Советского Союза Уварову и Харитонову. Расскажите весь спектр возможностей топливого ремонта номинантов будущих. Начнется завтра в 16 часов. На выезд в Москве проходит тотальный диктант. Желающим принять участие в акции. Алексея Иванова. За ходом диктанта в Московской высшей школе социально-экономических наук наблюдает Андрей Подняков. Тотальный диктант в Шагинке читает исполнитель Павловский. И человек тут, и машина, и куда он летел? Он летел на красную же яму. Красавчик, да? И бил, блядь. Thank you.
Пизда рулю и седлу.